Греки Республики Северная Осетия Алания вновь собрали друзей из разных регионов России, Греции и Кипра. А поводом для грандиозного торжества стал 30-летний юбилей первого в Советском Союзе объединения греков Владикавказа «Прометей». Греческое объединение официально было зарегистрировано в мае 1988 года. Спустя два года общине было передано здание бывшей греческой школы, построенное в далеком 1901 году почетным гражданином Владикавказа Панайотом Марандовым. С тех пор здесь многое изменилось. Были проведены серьезные реставрационные работы, построена часовня и несколько дополнительных помещений. Актив греческого общества постарался сделать все, чтобы в этих стенах кипела жизнь. Слышался детский смех, а гостям Владикавказа было всегда уютно. Наш народ, наши люди нуждаются в том, чтобы мы ближе с ним работали. Если мы это делать не будем, если мы на это как бы условно положим в сторонку это все, поверьте мне, это все зачахнет. Для того, чтобы создать и поддержать нашу молодежь, нужно создавать рабочие места. Для того, чтобы наша молодежь могла закрепляться на наших территориях и не быть зависимой в постоянном поиске труда и финансов. Для этого надо работать. Поэтому мы на месте не стоим. Мы многое сделали и вот в эти годы, но много еще предстоит делать. Программа Дней греческой культуры была разносторонней и насыщенной. За три дня гости Прометея смогли ознакомиться с историей региона, его культурным наследием, деятельностью греческого общества, а также наладить мосты в торгово-экономических взаимоотношениях трех стран. Мы должны построить мосты дружбы между той территорией, где живем, и нашей прародиной. Тогда мы укрепляем основы дружбы, мы укрепляем основы братства между народами и являемся каким-то локомотивом в этих направлениях. Вот в связи с этим в наших мероприятиях были записаны несколько видов действий, и вот на них мы и направили усилия. Кроме общественно-национально-политической какой-то части, мы разработали программу подготовки Международного экономического форума бизнесменов Греции, Кипра и Северной Осетии. Знакомство гостей Прометея с историей республики началось с места, где время остановилось и не лечит. И даже спустя 15 лет боль потерь остается прежней. Беслан. Одно слово, объединившее тысячи историй. Город искалеченных жизней, семей и целых поколений. Сын, на которого я положила всю свою жизнь. 26 лет ему было, когда начался захват. Он выскочил помочь детям, которые вырвались отсюда, бежали. Около нас уже стояли эти зверьё это. И его, и детей загнали. Вместе со всеми сидели, ждали, когда начнется штурм. Когда поняли, что не будет, то там несколько ребят кинулись на них, сцепились с одним из них. Их ставили на колени. Не встали, расстреляли. Я знала, что он не выйдет, потому что даже если бы не было детей и женщин, мама все равно заступилась. В стенах бывшего спортивного зала невозможно сдерживать слезы ни тем, кто потерял своих близких, ни тем, кто был сторонним свидетелем трагедии, потрясшей в 2004 году весь мир. Подробнее о событиях первых сентябрьских дней присутствующим рассказала учительница Бесланской школы, волею судьбы находившаяся в эпицентре террористической акции. Надежда Ильинична лично видела и как ее коллега, преподаватель физической культуры Иван Каниди, ценой собственной жизни защитил несколько учеников. Иван Константинович пытался выпустить детей через окно в тренерской, когда после первого взрыва часть туда попала. И в этот момент зашел боевик с автоматом. Иван Константинович схватился за автомат, держал его двумя руками. И в этот момент ему говорит бандит: «Ты, говорит, отпусти, старик». А он продолжал держать, чтобы дети могли. В этот момент боевик достал пистолет и его застрелил. То есть это видели и учителя наши, и дети. И для нас Иван Константинович – это человек особый, особенно заслуженный человек. После поминального молебна, который провел духовник греков России отец Олег Добринский, гости форума направились в город Ангелов. Именно так называется кладбище, где покоятся невинные жертвы бесланских террористов. Это боль, это трагедия. Беслан имеет к нам самое непосредственное отношение, во-первых, чисто по-человечески, потому что, мне кажется, никого она равнодушным оставить не может. Но это очень больно.
И, наверное, не все понимают, что каждый гость Осетии, его, как правило, привозят на это кладбище. Возможно, это не все понимают. Я считаю, что сюда должны приходить все и всегда. И вот эту горькую картину видеть и плакать, для того, чтобы этот кошмар никогда не повторился. Общеобразовательная школа-интернат с углубленным изучением физической культуры имени Ивана Каниди стала следующей точкой культурной программы форума – сиртаки, осетинские пироги и пиво. Здесь гостей Прометея встретили по всем греческим и осетинским традициям. Традиция встречать тремя пирогами, тремя ребрами и пивом, которое варят сами. Это традиция встречать и желать друзьям, гостям, прибывшим в Северную Осетию, всего хорошего. Ну, желают здоровья, желают благополучия. Ну и по традиции, когда вот это все преподносят, младший должен откусить от пирога кусочек, мясо немножко отщипнуть и выпить пиво. Во второй половине дня участники форума встретились с руководством республики и приняли участие в международной конференции «Развитие торгово-экономического сотрудничества между Кавказом, Грецией и Кипром». Встреча прошла, на мой взгляд, плодотворно. Здесь вот на выставке как раз они пришли, посмотрели эти продукции. Есть намерение подписать контракт с фирмой, которая производит добавки к цементу. Очень интересная она и в Российской Федерации имеет свой имидж. Есть намерение обсудить вопросы развития лесного по сельскому хозяйству. Есть очень такой интересная, значит, сфера деятельности, как туризм. Огромное количество жителей России выбирает для летнего отдыха именно курорты Греции. В свою очередь, грекам-осетины предлагают приезжать на Кавказ на горнолыжный курорт или поправить здоровье в многочисленных санаториях. Также осетины славятся своими народными промыслами, высококачественными продуктами питания и кристально чистой водой. Для жителей Греции сегодня мы представили продукцию осетинских производителей. Тут и осетинские пироги, колбасные изделия, косметика, соусы, вода наша осетинская. Многие представители греческого общества достигли здесь хороших успехов и в бизнесе, и на государственной службе. Для Северной Осетии, соответственно, очень важны отношения и с самим греческим обществом, и с Грецией. Уверен, что многие наши предприниматели найдут здесь хорошие контакты. У нас есть интерес поставлять нашу продукцию. Итогом первой международной конференции по торгово-экономическим связям стало подписание трех договоров. Два из них между сторонами Греции и России. По мнению гостей форума, развитие торгово-экономических взаимоотношений напрямую связано с налаживанием более тесных связей и способствует сближению народов. Мы сегодня хотим, чтобы Греция и Северная Осетия, также Кипр и Северная Осетия развивали свои взаимоотношения. И мы даже предполагаем начать с культурного взаимодействия, которое может в дальнейшем перерасти в проекты по образованию. Может даже мы предложим вариант побратимства между муниципалитетами нашей республики и республики Греции, либо Кипр. И после этого, я считаю, мы обязаны находить точки соприкосновения в бизнесе и выходить на уровень сотрудничества, который был бы взаимовыгоден как и греческой, кипрской стороне, так и нам в целом. Утро нового дня гости Прометея провели в Аланском Успенском мужском монастыре Феогдон. Он является самым высокогорным на территории России, и дорога к нему невероятно прекрасна. Высокие горы, глубокие ущелья, быстрые полноводные реки, а местный воздух настолько чист, что им невозможно надышаться. Гости республики смогли оценить не только потрясающую природу, а и духовное богатство региона. Настоятель монастыря, отец Стефан, лично рассказал гостям Феогдона историю православного комплекса и подарил каждому присутствующему икону Аланской Божьей Матери. Юрий Максимович принимает всегда от души, продумывает все дни, планы, чтобы всем было очень интересно. Дорога сюда – это что-то невероятное, это такие красоты. Вот я ехала с представителями Греции, и вот они в таком восторге рассказывали, смотрели Парамифи, это рай, надо же, мы останавливались, фотографировались, и, ну, то есть
полный восторг. В рамках Дней греческой культуры в стенах Северо-Осетинского государственного университета прошла также научно-практическая конференция «Исторические связи Осетии, Кавказа и Греции». Три доклада от ведущих историков республики затрагивали темы, связанные с междинастическими связями Алании и Византии в средние века, греко-кавказские взаимоотношения и алано-греческие связи в Крыму. Как известно, осетины – это прямые потомки скифов, сарматов и аланов. Почетным докладчиком конференции стал заведующий кафедрой понтийских исследований в Салоникском университете имени Аристотеля Кириакос Хадзикириакидис. Кульминацией празднования Дней греческой культуры стал заключительный гала-концерт, на котором активные члены греческого общества «Прометей» торжественно были награждены самыми высокими наградами в республике, а воспитанники общества показали все свои таланты через песни и танцы греков Понта. В течение 30 лет двери греческого общества «Прометей» ни разу не закрылись. Все, кто нуждался в общении и помощи соотечественников, были услышаны. Сотни сердец объединились в стенах греческого дома. Родились новые семьи и звезды. За активную жизненную позицию грека Владикавказа по сей день называют флагманом греческого движения в России. Здесь все подлинно. Подлинная община, вот такая община, какая должна быть везде. Вот этот зацикленный круг, где собираются соотечественники и обсуждают самые различные вопросы. Собираются женщины, собираются молодежь, собираются люди интеллекта, собираются люди, у которых есть спортивные увлечения, духовные увлечения. Это вообще какое-то община Прометей. Для меня это как в нашем движении некое восьмое чудо света. Еще раз я убедилась в том, что греки здесь представлены на достойном уровне. Было огромное количество наград. Министерство образования, Министерство культуры, Министерство межнация. То есть это реально потрясло, что греки вот на таком достойном уровне. В греческом движении это одни из старожилов, которые хранят, несут греческую культуру. Свой 30-летний юбилей греческое общество Владикавказа отметило на высшем уровне. При поддержке и всесторонней помощи руководства республики греки Северной Осетии успели за 3 дня добиться невероятных успехов в деле налаживания культурных и торгово-экономических мостов между Россией, Грецией и Кипром. Самые крупные университеты Греции и РСО Алании заочно договорились о продолжении совместных исследований, а гости конференции увезли с собой на родину массу ярких впечатлений, теплых воспоминаний и глубокую уверенность, что этот форум – только начало нового витка в истории греко-русских взаимоотношений.